have complaints against yourself, and how does this coincide with Enod Mevado? מה זה אומר שיש לך טענות כלפי עצמך? איך זה что означает, что есть претензии к себе, если мы говорим о том, что нет никого, кроме него? Нет никого, кроме него. Это означает, что он тебе дал, что тебе даны в каждый момент времени самые лучшие условия для достижения цели. Оптимальные, оптимум. Ты знаешь такое слово? Это самое лучшее, что может быть. Самое подходящее, что может быть для твоего развития. Самые лучшие, самые мягкие, самые близкие к достижению цели. Как мама и папа, которые заботятся о ребенке таким самым лучшим, мягким, нежным, светлым образом, дающие ему все то, что ему необходимо. Так Творец каждый раз нам обустраивает состояние. То, что мы чувствуем, эти состояния, которые он нам ставит в противоположном виде, это поскольку мы не хотим эту цель.